Здравствуйте, друзья. Хочу поделиться новостями процесса, знаете, познания Амазона изнутри. Знаете, так мы все, как простые граждане, можем пойти купить книжку. А я теперь как автор на это дело смотрю. И там очень интересный процесс происходит. Значит, причем никто мне не может ответить, к сожалению, пока на вопросы, или, скажем так, то, что мне отвечают, потом не подтверждается реальностью. Так что я вот изучаю, можно сказать, вслепую. Так вот, наша книжка, которая, по идее, должна была продаваться за $50, $49.95, вот, значит, $50, так получилось, что ее изначально вывесили за $24.95, вот такого плана, что там получилось. И когда мы там издателю говорим, так а что же, так она в полцены-то? И нам издатель говорит, сейчас поправим. Поправил. А мы смотрим, не меняется. После того, как издатель поправил, или так сказал, что поправил, дня два или три оно продолжалось там по $24.95. Потом вдруг раз и стало $27.50. Что-то такое произошло, блин, наш, как интересно. Значит, и причем написано, что цена там $49.95, зачеркнуто, и вот, значит, типа там 45% дискаунт, скидочка, значит, 27.50. Ну ладно. И вдруг, буквально там пару дней назад, а люди подходят, знаете, там подписать, и я всех спрашиваю, где брал, они говорят, на Амазоне, а мне еще даже не пришло, мне только-только подошло. Они с Амазона получают, мне, значит, там за подписью, значит, я подписываю и спрашиваю, да вот, говорит, один, говорит, брал за $24.95, другой уже брал за $27.50, ладно. А тут я что-то зашел, уже не веря ни во что, уже потеряв всякую надежду. Смотрю, она что-то там $43.50. Я думаю, опа, ты смотри, как интересно, уже приближается к нашим 50. И до сих пор я не знаю... Где остановится? Нет, ну я надеюсь, что раз уже так оно пошло, то может быть оно дорастет до 49.50. Но я думаю, может быть у Амазона такой как бы процесс, знаешь, что они сначала ставят за полцены, чтобы там, не знаю, первые желающие прикупили, там, написали бы отзыв. Я думаю, что ты утрируешь сильно. Может быть, я утрирую, да. Я не знаю, но ты видишь, как это происходит? Оно так как-то вот так растет. Да. И загадочная такая обстановка. Вот. Потом, что еще? Я думаю, а что я с этого буду иметь? Вот литературным языком, значит, если задать вопрос, говорит, а мои где? А как они их подсчитывают? Больше того, как я их получаю? Я не помню, чтобы я подписывал контракт кому-то, какой-то. Кому-то что-то такое подписал, чтобы там был мой адрес, или там куда чеки слать, или дал им мой social security. Представляете, да? Они же должны мне чек, когда дают, они же должны на меня отрапортовать там, да, компетентные органы, чтобы я не ушел от налоговой ответственности. Да, в общем, друзья... Вопросов больше, чем ответов, да? Вопросов, да. Мы вот даже сейчас едем на дачу, вы видите, может, не видите. Едем по горной дороге, значит, на дачу в Санта-Крус. И мы с собой взяли 4 книжки, потому что у нас там есть друзья, которые там рядом дачуются. Плюс у нас гости бывают, знаете, как на даче-то, с канала. Но ты не знаешь, что мы всем гостям будем дарить книжку. Не значит, что всем гостям, но бывает. Нет, некоторые могут с собой принести, мы им подпишем, пожалуйста. Вот, но во всяком случае, надо же иметь. И дальше я думаю, а почему прислали только 100 книжек? Вот вроде мы же заплатили за 200, мы чек дали за 200 книжек. И придут еще. Придут. Ну, я тоже надеюсь на то, что справедливость восторжествует, добро победит зло. Вот, но я просто хочу сказать, что мы идем на ощупь и в этом процессе, открываем для себя новые грани Амазона раз и процесса публикования книжек два. Вот, так что в следующий раз, когда мы будем делать книжку, мы уже совсем по-другому будем делать. Света, так же, как будем строить второй дом, да? Один построил, да, уже знаешь как. Да. Слушай, ты, Света, не хочешь написать, может быть, книжку? Ну, на книжку мне не хватит, я очень лаконична. Лаконична? Да, у меня есть мемуары, но там страниц 15 всего. Страниц 15 на книжку не тянут. Да. А вот то, что твоя мама написала? Нет, ну это, наверное. Это мы не хотим. Она не хочет публиковать. Нет. И ты не хочешь. Нет, они не хотят, они такие приватные. Там целая книжка с картинками. Но там, знаете, как там, поскольку человек постарше, там, чем мы, то там вообще уходит в 20-е, в 30-е годы, вот начинается оттуда. Что, там начинается с семьи моего дедушки. Семьи дедушки Светина. У которого было там, эта часть идет на английском языке, кстати.
Подожди, на русском вообще этого нет? Друзья, вся семья писучая. Светин папа книжки писал, значит, и вот мы с ней тут. Да, а чего ты не туда сейчас опять не туда уйдешь? Нам туда, наоборот. Нам туда, нам правее. Да, что-то мы не туда едем, друзья. Что-то мы не туда едем. Ну, под разговор все. Под разговор. Так что. Хорошо. Как там будут какие-то новые сигналы поступать с Амазона, я вам тут же и доложу. Счастливо.